Всем привет! Я Геннадий Хавкин, руководитель Харьковского городского клуба спортивного танца «Силуэт». В нашем клубе мы занимаемся спортивными бальными танцами. И я хочу оставить небольшой отзыв о занятии, которое у нас было с Марией буквально пару дней назад. Мы говорили по скайпу, и это было очень насыщенное занятие. Мы говорили о том, как правильно составить уникальное торговое предложение. У меня после этого занятия возникло очень много разных мыслей и эмоций, и хотелось с ними сейчас поделиться. Мне очень понравилось то, что Мария, не обладая никакими познаниями в области бальной спортивной хореографии, дала мне очень много интересных и полезных советов по поводу того, как правильно, как интересней и логичнее проводить занятия, как правильно подходить к набору детей, то есть новых клиентов в этом бизнесе. Очень интересным моментом было то, что Мария сама как мама подсказала какие-то вещи, которые я теперь буду учитывать в общении с родителями наших учеников. Еще мне очень понравилось то, что речь шла не о готовых рецептах, не о том, каким образом мне нужно все составлять уникальное торговое предложение. Точнее, Мария не говорила, что готовые мне ответы. Она мне сказала, каким образом я должен действовать и что я должен предпринять, чтобы эти ответы найти сам. Чтобы эти ответы на свои вопросы найти самостоятельно. Считаю, что это качество очень хорошего педагога и думаю, что Мария действует в правильном направлении. Я хочу пожелать всем участникам, всем будущим ученикам Марии, в том, чтобы так же точно продуктивно, как и я, поработали, мы занимались с ней 40 минут, и мне было очень много. Для меня было очень много полезной информации, которую я не знал заранее. Спасибо всем, удачи!